Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем навес над бассейном. Двухскатный, двухстворчатый, как его назвать правильно, в виде хлебницы. Вид хлебницы. Разгрузились. Ну, вот на это место будет оно стоять. Продолжаем монтаж навеса над бассейном в виде хлебницы. Одну часть накрыли полик, наружную секцию, внутреннюю. Собрали каркас, обшили торцы. Продолжаем. Закончили монтаж навеса над бассейном. Типа хлебница, двухсекционная конструкция, друг в друга, свалена конструкция с профильной трубы 20 на 20, 20 на 40. Основание сделано 40 на 40, вся труба оцинкованная, покрытие трубы полимерно-порошковым способом, цвет шоколад, поликарбонат прозрачный 4 мм. Очень надежно, но конструкция еще требует доработки. Вот это она в закрытом виде. Вот все красиво, аккуратненько. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока!